Христос. Пробыв там два дня, Иисус ушел и пошел в Галилею. Ибо Он сам говорил: «Пророку нет чести в своем отечестве». Когда Он пришел в Галилею, люди приветствовали Его, потому что они ходили на праздник Пасхи в Иерусалим и видели все, что Он сделал во время праздника. Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где Он превращал воду в вино. Там был царедворец, у которого в Капернауме был болен сын. Когда он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, то пришел к нему и просил его пойти в Капернаум и исцелить его сына, который был при смерти. Никто из вас не уверует, если не увидит знамений и чудес. Господин, пойдем со мной. Пока не умер мой сын. Ступай. Твой сын будет жить. Человек поверил словам Иисуса и пошел. По пути домой его встретили слуги с известием. Твой сын уже здоров. Он спросил их, в котором часу его сыну стало лучше. Вчера в час дня горячка его оставила. И тогда отец вспомнил, что это был тот час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». И уверовал он и вся его семья. Это было второе чудо, которое сотворил Иисус, вернувшись из Иудеи в Галилею.